В общем, достаточно хороший магазин. Я пойду еще много на улицу выйду, посмотрим, что там вообще находится. А то здесь музыка играет. Меня могут потом там опять звук вырубить после вот этих всех этих. Тут стоит всякие дитракеры, байдарка, Кавасаки. Вот такой вот магазин. Пойдем дальше. Африка Твины. Новые еще. Хотя, что стоит там вообще? 1 250 000 кубов. Yamaha 320, Yamaha 250. Не, ну нормаль так. Много разных мотоциклов здесь. Выбор большой. Там что там находится вообще? Сервисная фабрика. Вот здесь находится сервис Ducati, сервис Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki, Harley, насколько я знаю, по звуку. Там вот находится магазин по продаже скутеров. Вот сервис Ducati, пожалуйста. Фирменный. Продают здесь скутеры. Только скутеры здесь. Всех разных марок тут. Начиная от мелкокубатурных, заканчиваем на большими макси-скутерами. То есть достаточно большой выбор. Вот здесь находится Harley Davidson. Все. Их тут две модели представлены. Даже какая-то мини-машинка Harley Davidson мотоцикл. Lowrider это. Новый. 2 миллиона стоит. И вот тоже. Это что у нас? 48 48. Такой вот. 1200 кубов. Это у них там вот несколько этажей. Тут огромная просто территория. Это там салон Харли Дэвидсона. Можно, конечно, вовнутрь зайти, посмотреть, что там.